Адвокат потерпевших при пожаре в лагере «Виктория» просит суд арестовать корпуса лагеря снова, а предварительную экспертизу признать недействительной. Об этом сегодня он заявил на очередном судебном слушании. Также адвокат Николай Стоянов настаивает, чтобы материальную ответственность перед его подзащитными несли не только работники лагеря и директор, но и городской департамент образования и науки. Решение по этим ходатайствам Стоянова суд не стал выносить сегодня. Напомню, 15 сентября 2017 года в лагере «Виктория» произошел пожар, в результате которого погибли три девочки, воспитанницы танцевального коллектива «Адель».